Всем здоров, с вами Сергей Пушков, и я продолжаю проходить игру, которая называется Star Wars Jedi Fallen Order, или Звездные войны Джедаи Павший Орден. Продолжаем с вами играть на Зефа. Мышка, ты где? О, вот и мышка появилась, как-то она вышла за игру. Продолжаем, там впереди нас ждет какой-то очень мощный штурмовик с миниганом, но у нас есть световой меч, так что погнали. Я доберусь до тебя. О, так. Я слишком быстрый? Ай, ну ты пока там разогреешься, я тебя разнесу, все готово. Получено очко навыков, R-сканировать. Что у тебя, BD-1? Так, BD-1, докладывай, кто это? Тяжеловооруженный штурмовик. Обладает тяжелым скорострельным дальнобойным орудием, щитом, способным выдержать значительный урон. Медленнее движется, долго готовится к стрельбе, требует долгой перезарядки. Используйте эти возможности для атаки. Также я вам оставляю вот это все почитать на паузу. Можете поставить сейчас видео на паузу, прочитать. Ну а мы продолжаем. Так, одно очко навыка мы получили. Надо ли идти туда медитировать? Ладно, не надо, пошли туда дальше. Посмотрим, что у нас в этих пещерах скрывается. Так, вот тут я понял уже подъезд куда-то. Или спуск, это походу спуск. Так. Так, ладно, пошли с вами дальше. Опа. Да, моя защита вообще класс, дурак. Вот это что сейчас было? Вот это был паркур. Тихо. А как-то? Тихо, это как-то? Ты можешь прыгнуть сюда? Так, готово. Поехали, блок. Так, скачи только, хватайся, ну давай еще раз. Блокируй сколько угодно, мне нужна лишь пара попаданий. А мне нужно до всего лишь до тебя добежать. Ты что, дурачок? Получай. Мне всего лишь нужно до тебя добежать. Так, что тут у нас дальше? Еще одни такие же. Так, можно вниз спуститься. Давайте откроем этот ящичек. А, необходимо еще адаптер сканировать. Получено новое семя для террариума. Скорее бы они выросли. О, так это у нас теперь сад будет королевский. Новое семя для террариума. Это вот круто. Вот это респект BD-1. BD-1 респектуоз. Так, это у нас трос. Полезли по тросу. Так, полетели. Так, куда нам теперь? Сюда? Так. Вот сюда можно, что ли, перебраться? Можно перебраться. И тут, кстати, не зря. Е открыть. Что у нас ждет? Материал, муфта, я еще не знаю, что это. Что там, BD-1? Получена новая муфта светового меча, стихийный элемент 2. Так, а что тут у нас? Все, больше ничего. Так что пошли с вами. Побежали. И вот сюда как-то. А как тут? Что тут? Повиснуть. Прикол ясен. И как бы ты можешь туда вот выпрыгнуть? Нет, походу нет. И тут походу еще зеркало, потому что я вижу свое отражение. Ладно, полетели. Полезли. Так, все, мы спустились. Где тут еще штурмовички будут? Где они будут? Так, тут прикол, тут паркур. Вот тут можно забраться? Нельзя забраться. Тут прорубить можно. А тут? Нет, как-то туда надо по-другому добираться. А пока главное схватиться. Прыжок. Юху. Полетели. Прилетели. Так, что тут у нас? Медитация. Что тут у нас такое? Перерезать. А, открыт короткий путь. А, я понял, куда это короткий путь. Потратим ли очко? Давайте потратим тогда очко навыков. Я медитировать. Так. Исцелить себя можно, кстати, потому что мы только двух врагов победили в тех пещерах. Это вообще не важно. Главное, мы поняли, как им противостоять. Так, поехали. У нас одно очко. Одно очко. Мы можем максимальный запас силы. Но силой как-то мы вообще не пользуемся. Атака на бегу. Особую атаку световым мечом. Выполнение атаки после уклонения. Давайте с разбегу прокачаем, потому что с разбегу это, конечно, очень важно. Атака на бегу. Мы shift плюс это, и вот, и сразу же мы перебегаем и оглушаем противника, даже уничтожаем. Вот так вот. Так что давайте. Пускай так оно и будет. Возвращаемся. Джатаза. Так, вот тут. Вот это просто круто. Как ты оказался внизу? А вот так легко. Это что за собака-пес? Ты что тут делаешь? Отстань. Сейчас этот нацелится, дурачок. Опа.
в скалу попал. Давай, и раз. Там еще один сзади дурак один. Что ты тут делаешь вообще? Иди отсюда. Я тут со штурмовиками дерусь, он тут просканируешь? Просканируешь нашего РПГ-мета? Штурмовик с ракетометом. Отклоняйте снаряды с помощью силы. А, с помощью силы. После выстрела штурмовику потребуется время на перезарядку. Используйте эту паузу, чтобы сократить дистанцию и атаковать. Вот это я вам, конечно же, на паузу, как всегда, наша традиция. Так что пошли дальше. Так, ну фонарик от BD1 это, конечно, круто, но так, мне кажется, будет поэффективнее. Так, ну тут, конечно, у нас мощные установочки стоят, пульты управления. Так, аж провисло. Давайте подождем, подождем. Все, вроде прогрузилось по взаимодействию. Свет включи. Свет включи, дурачок. Кэл, включай. Мы выполнили волю Императора и заняли планету Зефа, перераспределив ее жителей. Однако здесь не удалось найти ничего, что имело бы значение для проекта Бур. Опа, проект Бур. Электромагнитные ветры планеты вывели из строя большую часть нашей техники для горной добычи. Вот тем временем вот. Все больше штурмовиков гибнет от опасной фауны. Мы не сможем выполнить здесь выданные нам предписания. Рекомендую закрыть проект и оставить небольшой аванпост для охраны наших технологий от мусорщиков. Вот так вот внезапно. Проект Бур. И это все вот это написано. Все, что этот чувачок говорил, штурмовик, у него даже никакого ни звания, ничего, что он может там командовать. Обычный штурмовик. Тут открывается, не открывается. Ладно, давайте пока опять. О, так поярче будет, конечно же. Вот так, пешком пройдем, мы никуда не спешим, давайте. Мы вообще так никуда не спешим. Так. Опа-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 па. Опа, это как за контратака? В него попали, действительно. Бросай! Бросай, да. Такими темпами нам не победить! Так-так-так, готово. И сет... Я просто не могу его достать! Так, тихо. Мочу-мочу. Все, дурак. Ай-яй-яй, отбил. Все, я быстро, не умер. Тут, конечно, не получилось шифта атаку сделать. Это меня, конечно, взбудоражило. Так, открывай. Что тут у нас будет? О, ладно. Так, и кто у нас? Ты нашел что-нибудь, BD1? Получено переключатель, долг и решимость. Так. Вот это что за приколы локальные? Не могу понять. Е, цепляйся, дурак! Дурачок. Еще раз. Давай-давай-давай-давай-давай. Вот, молодец. Вот это уже на время. Так, ого, это уже называется, да, не рассчитал. А, я опять на одну и ту же ловушку. Не-не-не, подожди, тогда. Раз. Быстрее. Да, оно меня зажало. Вы видели? Это сейчас... Давайте еще раз. И раз. И два. И куда? А, вон там было. Вот там можно зацепиться, я понял. Так, еще раз. Прибило в стенку. Нет, это какой-то прикол. Прикол жесткий. Опять в стенку убил. Так, давайте. Еще раз. Спасибо, что помог. Еще раз. Вот эти паркурные приколы нам не удаются делать. Вообще в этот раз не схватился. И еще раз. Еще раз. Ты будешь прыгать? Так, давайте. Давайте пока я не могу понять. Почему в первый раз ты мог допрыгнуть? И раз, и в этот раз два. Тихо. Вот это прикол. Вот это сейчас вы видели, вот это я полетел. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Это скринеры. Беги, дурак, беги, беги. Там ящичек. Да, там ящичек. Так, 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 беги, беги, беги. Все, ради ящика далеко пойду. Ладно. Так. Так что там что было? Получили? Ну, материал светового меча, дюрасталь. Это как дюрасель батарейки, но это дюрасталь. Так, опа. Еще, а тут дальше как? Не понять, тут есть бегущая стенка. Ладно, пробуем. Да-да-да. Почти. Да, давай-да-да. Ой, в этот раз вообще прибило. Так. Все хорошо, беги один. Да, у беги один все хорошо. А у нас, блин, не все хорошо. Так, пробежал. Нет, это не работает как беговая эта штука. Возвратиться, ну давай.
Как будто я для этого не, до этого не возрождался. Какие-то паркурные приколы вообще не могу понять. Тут значит не бегущая стенка. А если не бегущая стенка, то там как? Да, вот так вот далеко, это ж вообще нечестно. Интересно, а материалы наши... Что тут эти псы могут появиться? Точно, и появился ж. Получи. Так, вот сейчас он стрельнет стенку. Ну-ка. Как достали вы меня уже. Тихо. Тихо. Ну, а нападай. Все, получи, получи. Получи. Так, вот тут быстро действуем. Не говорите, что надо опять это смотреть. Так, прогруз. Прогруз в этой локации, видно, прогруз установлен. Так, побежали, побежали. Давайте тогда сработаем вот так. Вот так вот сделаем. Тихо. 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 Я не могу достать его! Тебе меня не испугать! Не испугай, да, думаешь? Ну давай, нападай. Красава. Все, получи на бой лицо. Опять вот эти приколы. Поехали. Мы их еле в тот раз победили. Так, зато в этот раз у нас есть Steam. Steam пакеты. Тихо, я жив, я жив, я жив. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Вот тут раз, прыжок. Прыжок! Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Вот это вот, почему он не прыгает иногда? Иногда не прыгает, это вообще меня выносит просто из себя. Ну, давай. Во, красава, 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 полетел, полетел. Куда? Это что такое? Что за по текстуре? Я в текстурках. Можно как-то пройти по-быстрому уровень? Где я? А я в текстурке попал. О, веселуха, давайте лучше умрем, да. Тут, конечно... Дай костюм. Дай костюм. Конечно, эти приколы с текстурками, это вообще ржака. Смотри, всем до конца! Ай-яй-яй, это меня, конечно... Уже одно и то же место, оно меня достало. Дурачок. Ой, дурачок. Помоги мне, беги. Давай. Не, ну это уже не успели. Это уже мы, да, не успели. И еще раз. Так, прыжок. Нет, как-то в этот раз он... Тихо. А вот этот раз меня и сбил. Нет, это мне вообще не нравится. Так, ну это проигрыш. Так, как я до сих пор жив. Вот он не вылетает, как в тот раз. Ну это проигрыш. Так. Наконец-то, наконец-то. Ой, наконец-то. Давай. Раз. Побежал. Тут переждаю. Раз. Переждаю. Что это такое? Взаимодействие. Здоровье, сила, очки, опыт, восстановлены. Спасибо. Спасибо, да, спасибо. У нас какой-то... Ну. Нет, все-таки это бегущая стенка. Бегущая стенка, только... Только она не всегда срабатывает. Сейчас опять умру, это вообще будет нечестно. И... Прыжок! Нет, надо походу делать прыжок резко. Так. Прыжок? Нет, это он меня прибивает. Прикол, 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 прикол. Дайте мне силу прикола. Так. И можно зацепиться. Можно зацепиться? Нет, нельзя зацепиться. Побежал. Нет, прибивает. Прибивает, причем жестко. Давай, давай, давай. Ай-яй-яй. В упор подхожу. Подхожу в упор. Давай, 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 залазь. Ну там уже капелька. Капелька здоровья осталась. Последний раз. Пятый класс. Что? Опять проиграл. Как это возможно вообще? Если опять оттуда, то это я не выживу.
Может, реально оттуда в текстурке прыгать? Не, а как там? А как? Вообще не могу понять. Вообще как? Опять вот это да. Ага. Вот эти еще, блин, псы. Вонючие. Как вы меня достали? Можно я пробегу просто? Уже достали вы меня с концами. Один удар, и тебя не поздоровится. Тихо. Самому, небось, не поздоровилось. Ну все, хай тебя собаки едят. Достал. Козел. Так, вот тут уже, наверное, скрипты сломались. Так, давайте в этот раз четко и ясно работаем. Гости! Гости! Это да, я еще тот гость. Цепляйся. Ну, теперь летите за мной, а, дурочки? Так, в упор подхожу. В упор подхожу. И еще раз. Еще раз. Хватайся, дурак! Дурак, дурак, да, дурак, дурак, курлый. Так. Так, приколы. А в этот раз заживало. Так. Так. Текстурка. Текстурка. Е-е-е-е-е-е-е. Ай-яй-яй-яй-яй. Можешь мне помочь? Да что это такое? Я жму этот клятый пробел с буквой К-Е. Нет, в этот раз меня тоже не сработало. Надо только баг ловить. Надо только багами справляться. Да, только багами надо справляться. Это, ну, это помоги мне беди. Иду на поправку. Так, давайте еще раз. Раз. Вас. Зацепился, прицепился. Может, на замедление сыграть разве что. Давайте сыграем на замедление. Сыграем в этот раз на замедление. Получили силу. Может, реально на замедление. Тихо, тихо, тихо. Да, 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 это надо замедление играть. На замедление. Так. Бегущая стенка. Не-не-не, это не вариант. Еще раз. Так. Цепляйся. Прыжок. Кэл, получилось, получилось, друзья, получилось. Уходи оттуда быстро. Получилось. Спасибо. Так, что такое? Медитация. Фух, медитация, сохранение. Ура! Надо было использовать замедление, а я не делал замедление. Я суицид. Ну, так вот получилось. Ну, помучились чуть-чуть. С кем не бывает. Так, и раз. И два. Получи. Тихо. Замечена цель. Ну давай, давай, давай. Кто из вас первый? Тихо. Тихо, тихо. Какие-то у вас вообще приколы. Попадите по нему, наконец. Тихо. Смотри, он напуган. Я напуган? Кто тут еще напуган? Сам ты напуган. Иду за ним. Тихо. Да тихо вас, я вас парировать не успеваю. Бросай! Да бросай! F, короче. Нет, не могу. О! Я парировал. Их, них... Тихо, сами вы ранены. Прикончить его! Так, вот так, короче, разбирайся. Да я ж на правую кнопку мыши жал. Так. Дим, сюда! Беди один! Давай, да, 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 да. И парирование. Наконец-то, все, получи, гад. Тихо, вот это дуэли. Давай, да, 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 да. О, молодец, все. За это ящик награды. Открывай. Открывай. Ты нашел что-нибудь, бедняга? Получена новая раскраска богомола, звездный истребитель. А, просто вот такая чернота. Не, у нас премиум контент. Так, полетели. Куда, куда, куда лететь? Вправо, 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 вправо. И хватай. Так, вот тут у нас, конечно, коньки с вами. На льду, танцы на льду. Тихо, 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 вправо, 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 дурачок. Есть, готово. Так, бегущая стенка. Что ты узнал? Ничего о кордоне.
Да-да-да. Ничего о Кордове. Не думаю, что Империя знает о его визите. Значит, ну, хватайся. Значит, у нас преимущество. Пока. Так. Давай. Преимущества-то свои. У нас нет ни стима, ничего нету. Тихо. Еще один бегущий прикол. Бегущий по лезвию. Буду теперь до упора бежать. Так, куда у нас там М-карта? Ну, только сюда. Поскакали. Во-во-во, собака, псина. Альт! Убил. Какой альт? Z надо было нажимать. Альт. Но если мы сейчас возродимся где-то вообще вот так, то мы будем на этом с вами серию заканчивать. Слишком что-то у меня нервы ушли на эти паркуристские приколы. Это сложные паркуры какие-то. Да. Да, давайте с вами на этом и закончим. Отдохнем вот так, помедитируем. Вот. Будем с вами на этом заканчивать. Нажимаем R отдохнуть. С вами был Сергей Пушков. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также вступайте во все группы в социальных сетях. Подписывайтесь на Инстаграм, на Steam Куратор. Будьте в курсе игрового мира. Ну а с вами был Сергей Пушков. Всем пока-пока.